Эта урна будет из сгоревшей глины, взятой в Польше, в краю родимом. Пепел родителей прочен в глине, и моих братьев, и дочки, и жены. Эта урна будет обычна, не как ваза, как с малой крышкой малый жбан, и в ней продолжится густая мгла газа, как ночь мучительна и синяя, как рань. Отцу. Когда уезжал мой отец в последнюю поездку, когда уезжал с матерью и двумя сыновьями, наверное, был таким же строгим, с морщинкой резкой на лбу, нахмуренным, когда в последний раз читал Поля де Круйфа или стихи Хаима Бялика, склонясь. Он не знал, что я останусь единственным поверенным о его размышлениях о жизни и его пути смертном, и свидетелем его боли сердца, боли безмолвного страдания. Я не могу говорить об этой боли, да и нет нужды, как если бы он говорил мне, от газа умирая: «Живи тишиной, страдай и живи». Поль Анри де Крюйф, 1890-1971 год, американский микробиолог голландского происхождения, известен своей книгой «Охотники на микробов». Бялик Хаим Нахман, 1873-1934 годы, еврейский поэт и прозаик, классик современной поэзии на иврите, автор поэзии на идише. К матери. Еще когда-то о тебе напишу, еще когда-то к тебе возвращусь. Теперь тебе посвящаю тишину, она мелодия, с которой живу. А я тебе песни пою, я уже не умею, не смогу. Пусть склоненные деревья в глухом разговоре шумят над Освенцимом, шумят над тобою. Я только еще смогу в плаче плыть над тобой поздним часом и остаться ночью с твоим прахом, шумом леса и мраком. Даты. На долгие дни благополучия, августа, сентября, октября, я несу бремя страдания, бесчувствия, с которым делиться нельзя. Прошлую радость, давнюю боль напоминает апрель и ноябрь. Чужие пейзажи, чужой разговор, чужие дороги, чужой простор. Даты страданий во мне в глубине, морозами скованы, как в декабре. И даже в июле от них я зябну, когда холодок вечерний потянет. Я хотел бы пояснить, что прошлую радость напоминает апрель и ноябрь. Это в апреле он был освобожден американцами из Дахау. В ноябре он болел с апреля на ноябрь, боль. А в ноябре он вернулся в Польшу. Биография. Я биограф тишины и погрома, мертвых улиц и пустоты, и вихря той страшной ночи, ревущего над руинами моего дома. Я биограф людей, обуви, вещей, после моих сожженных и твоих. Я иду по тротуару без людей, этот стих тебя не вдохновит. Неживые в знакомых местах, в зыбких, неясных сумерках,
после той ночи блуждают, они спали и или не пробуждались. Они спали или пробуждались, а я остался. Здесь дом и двор, булыжник, окно в стене. Я снова вхожу, и во мне тишина гремит, как гром. И тогда окрестность снова открывает не только ворота и дома, но и тень, что нерушимо пред глазами застывает и молчит, и руки поднимая, желтый облик защищает. Я тишина, ее голос неясен, ее песня звучит глухо, несвязно. Я биограф смерти и огня, я собираю не только молчание и отчаяние, я чувствую, что отвечаю их тревогам каплями крови из меня. И с собой несу, двигаясь за горизонт, как они несли свой рог камерам, газу, пулям, ямам, к звездам, светящим нам с вами. Еще знаю, моя мера ничтожна, мое сердце ничто. Но если мне можно рукой коснуться угла дома, касанием лба обжечь ворота, останусь в ночи пейзажем, пространством, мертвым, безгласным, камнем, стеной, кирпичом, забором, молчащей биографией глаза. Книга записей. Однажды я посмотрю домовые книги, какой-нибудь тяжелый серый том с обложкой, прошитой шилом иглой, стянутой шпагатом, как тетивой. Загляну в те книги, меж страниц которых нет листьев опавших, лекарственных трав, цветов завявших, веточек многолистных акаций дворовых. Загляну в те книги, которые не быстро, долгие годы записывал какой-то писарь. Он сидит еще над ними, в увядании киснет, бледный, морщинистый, нахмурена бровь, сидит и пишет, глядя в колонку, и откладывает перо на минуту. Когда-то он записал мою мамулю, гроба нет и нет похоронки. Когда-то в те книги кириллицы он записал моего отца, чтобы по жизни дать ему имя до конца, до тризны. Старый седой отец простился с улицей, долго им хоженой. Улицу перейду как черту, чтобы прочитать сразу те книги, которые против меня, моей жизни. Я не знаю, где прах моего отца лежит. Когда-то латинским альфабетом он записал имя моей жены. Я читаю эти буквы с тревогой, трепетом, и говорю: «Не разгорайся!» И кричу: «То не ты!» Снова читаю имя той девушки, что сопровождает меня повсюду, до сих пор, постоянно со мной, без передышки. Но я вернулся один, нездоровый, больной. Позже он записал имя дочки. Она не умела еще ходить. Она разделила со мной визит. Так звенят с колоколом колокольчики. И теперь, читая ее короткое имя, звоны не звонят, не поют мне в ране. Когда кровь ее хлынула из гортани и пылала, меня рядом не было. И только собственное имя присутствует, единственное из числа живых. Читаю, как будто шарю в темноте в крапиве, и совершенно нет боли, бесчувствия, будто покоюсь, как лист бесприютный, бездомный, затерянный на черных могилах, как уложенный в торопях траур черный на мой далекий, темный путь
скромно. Я все-таки здесь зачитаю имена родственников и, прямо скажем, моих, потому что Станислав Выгодский – родной брат моего отца. Итак, Выгодский Исаак, Вердигер Ривка – это отец и мать Станислава Выгодского, ну и, соответственно, моего отца. Выгодский Иосиф, брат Станислава, Выгодский Арон, брат Станислава, Выгодский Илья, брат дедушки, Выгодский Соломон, брат дедушки моего Станислава отца, Выгодский Фрайгуд, брат дедушки, Выгодский Яков, брат, и Выгодская Гути, сестра дедушки, Вердигель Михель, брат бабушки, жены отца Станислава, Вердигер Давид, брат бабушки, Вердигер Пинкус, брат бабушки, Вердигер Самуил, брат бабушки, Вердигер Моисей, брат бабушки, Выгодская Хана, жена Станислава, Выгодская Инка, дочь Станислава, четырехлетняя, моя двоюродная сестра, на 2 года моложе меня теперешнего. Выгодский Андрей – это брат Станислава, мой отец, это первая жертва тоталитарного режима. Он был в 1937 году, в декабре, в конце декабря расстрелян режимом Сталина в Советском Союзе. Это вот родственники, которые я установил по архивам, а двоюродных и даже еще каких-то прямых я просто не нашел. Продолжаю. «Все напоминает мне о тебе. Окно, открытое в блеклое небо, далекие деревья, мокнущие в дожде, трава, склоненная ветром. Все напоминает мне о тебе, далекий гудок локомотива, поле в туманной синей мгле, куст, дрожащий под ветром сильным. Все напоминает мне о тебе, сердце при утреннем осмотре лекаря, смертельный шорох, что в ноябре стал ночным бременем. Все напоминает мне о тебе. В ночи рыбы, скорпион, орион, днем дым в тумане или синеве, печь, труба, крематориум. Освенцим, 1943 год. Это стихотворение Станислава, написанное в лагере смерти. Девочка и кукла, если бы мог обнять тебя, как ты свою куклу, если бы мог укрыть пледом, как ты свою куклу, пришлось бы взглянуть в глаза детей всего света, чтобы увидеть себя. А я не могу, мои глаза от слез слепы. Локомотив. Стоит на станции локомотив, тяжелый и огромный в каплях пота. И маленькая девочка стоит с стихотворением Тувима. Она мала, как деревце хрупка, березка, сосенка или яблонька анис. Малютка девочка и книжка зелена, как лук, как клейкий лист. И слышит девочка гудок локомотива издалека, издалека.
Малютка-девочка, как песенки мотив, как нитка жемчуга. Уехала мала девчушка в вагоне темном, стылом. Об этом не было ни строчки в стихе Тувима. А также не было о тех каминах, что постоянно дымны, когда приехала малютка к чреву Освенцима. И ни о маме не было, ни обо мне. Смолк стук колес, для рейса точка, и маленькая девочка в огне. Дочурка, сердце мое, дочка. Первые две строчки. Стоит на станции локомотив, тяжелый и огромный в каплях пота. Это строчки из стихотворения, цитата из стихотворения «Локомотив» Юлиана Тувима. 1894 год, 1953 годы жизни. Юлиан Тувим – известный польский поэт, с которым Станислав Выгодский был близко знаком. Детство. Воз груженный едет, тяжко ступают валы, запах дурманит, сильно гнетет жара. Вокруг жужжат вездесущие пчелы, вдали показалась туча, наверное, будет гроза. В траве над рекой сохнут белые полотна, стрекозы синие зависли на крыльях под зноем. Дремлют сверчки в избах, в углах затененных, яблони баюкают их, тихо шурша хором. Везут свежее сено, складывает валим, над копной висит душистое облачко пыли. Хожу в жаркий июль над рекой, хожу один, над детством дочурки, которого не было. Кто там бегает в нашем садике? Маленькая девочка, что ли? Кто-то за ней ходит и цветы срезает. Глаза полны отчаяния, полны боли. Кто же склонилась, как же склонилась, как присела маленькая девочка над мягкой травой? Кто-то за ней бродит, идет с опасением, с болью в сердце, страхом, тоской. Никто там не бегает, никто не ходит. В сердце моем боль, в глазах моих печаль. И поздней ночью, когда горит свеча, лишь шелест листьев в темноте бродит. Сегодня вернулись слезы, вернулись стихи. Долго ждал вас не зря. Сумерки сгущаются, догорела заря, дети идут по дороге в вечерней тиши. Идут по мокрой траве, по тропе у дома, пес за плетнем лает, мокры кусты, темно. Кто-то затворяет калитку и отворяет окно, в небе отголоски затихающего грома. И я войду когда-то в известный мне двор, в сени загляну, в известное и знакомое строение. Вернулись стихи, жасмин и волнение, но нигде нет тебя, дочурка моя незабвенная. Письмо в ночь. Где-то на руинах Варшавы блуждает моя дочка, единственная, одинокая. Может, увидишь ее, может, ее встретишь, может, ходит в пригородных лугах, в рваной одежде, одинокая и голодная, или идет улицей, что называлась холодная. Может, делая круги, подходит к дому и идет по нашему двору, не говоря того никому, и стоит одинокая во знобе, голодная, одинокая, мерзнет. Может, встретишь ее
перед воротами железными, подавленную отчаянием и беспокойством, вдоль той улицы, что была Маршалковской, и она одинока, голодна и плачет, и уже знает, что не будет иначе, но идет постоянно на вокзал. Моя дочка единственная и плачет, и оголодавшая шепчет, а может. И оголодавшая думает, что может еще вернуться я и ее мама, и ходит в стенах вокзала, пока уйдет приезжий последний и останется одна в холоде, без надежды. Моя дочка единственная. Прими ее, если встретишь когда-нибудь случайно. И если встретишь, расскажи той малой, что до сих пор утираю украдкой тайно слезы по той моей бедной девочке, что давно сожжена в Освенциме. Улица холодная, улица в центре Варшавского гетто, ворота железные, брама железная, достопримечательность Варшавы. Площадь у железных ворот примыкает к улице Маршалковской и является входом в Варшавское гетто. Улица Маршалковская – одна из центральных и красивых, и красивейших улиц Варшавы. Сейчас я глотну воды. Детятки мои, птенчики, детятки мои, зайчики, утро встает синее, туман ползет в низины, песнь жаворонка не слышна, еще камыш спит над водой, деревьев листья не шумят в яру глубоком и глухом. Детятки мои далекие, камыш качнулся над водой, текут ручьи и реки, дно выслано песком. Ветер облака уносит, камыш останется в болоте, и петухи споют нам поутру, запрыгают телята на лугу. Останьтесь со мной, детятки, не езжайте в черном вагоне, там нет стрекоз крылатых, рожь не волнуется в поле. Останьтесь, колеса стучат во вторник, четверг, воскресенье. Через мгновение уже в лесах, шумом будя оленя. Останься, олень, одинокий, дикий, далекий, незнанный, как ветер, что клонит в болоте, камыш перед утром ранним. В Венгрии, Чехии, Польше, Литве, Латвии, ближней и дальней стране остались детишки со светлой улыбкой, на гибель оставлены в бойне битве. Остались сердцем, слезами моими, остались рассветом далеким синим. Пишу вам строчки отчаяния, боли, как матери, что перед домом смотрят, не видя, застили все слезы. И слух, потерявшие в вопле и в вое, как и тогда, когда сжал я в ладонях серую горсть праха людского. Вот сейчас в Украине Россия повторяет эту бойню. Точно так же страдают люди. Больно читать. Жена, не читай мне стихи о темном вагоне, не читай мне стихи о паровозе. Так ноги мерзнут, так мерзнут ладони в лагере, в неволе. Не читай мне стихи, лучше молчать, лучше помолчи. Позволь мне отдохнуть, еще я вижу тебя, еще могу дышать. Колеса стучат,
Расскажи быстрее о люминале. Тяжело ли проснуться, когда засну? И когда я сгораю, когда в пламени, я быстро умру? Расскажи мне о нашей малышке, дочке. Посмотри, как душно в темном вагоне. Ты уверен, что дитя не заплачет точно, прежде чем сгинет в огне? Дело в том, что вся семья, Станислав, жена и дочка, приняли люминал. И Станислав принял самую большую дозу в надежде, что умрут, не доезжая Освенцима. Но, как показывает история, не все все-таки прибыли в Освенцим. Но Станислав не знает, потому что их разделили, и то ли они в печи сгорели, то ли... В общем, жуткая такая история. Статистика. И тебя поместят в длинную графу цифр и статистики. Смотрю на цифру, графики, листы и вижу гробы. И тебя включат в многие миллионы детей мертвых, сгинувших. А ночью тень моя черная, искривленная, с головой поникшей. И тебя включат в потери народов от войны и огня. И застряну над цифрой тенью в тревоге сердце из льда. В черных колонках блуждает, как кокон сожженных смрад. В нем твоих светлых волос локон и глаз голубых взгляд. О себе. Все дальше погружаюсь в прошлое, в кладбище далекое заброшенное. В той дали пахнет мята, рута, мать и мачеха, трава нескошенная. Там есть травы лекарственные, горько пахучие, названия которых не помню. Хожу мертвый среди проволоки колючей, связанный в круг, как оковы. Но хотел бы навечно упасть, как дерево, поваленное вихрем, среди листьев и запахов трав, и затихнуть, Освенцим, 1943 год. Вот это стихотворение написано в Освенциме. Возвращение. Пора возвращаться, смутно мне здесь, чужие люди, чужое место. Дадут одежду, обуви пару, фуражку, как молодому парню. Пора возвращаться. Буду в вагоне песни петь с другими. Пусть трудно дышать, и виски седые. Может, хрипы уйдут с застольем. Пора возвращаться. Волнением тягучим сердце измучено. Слезы в глазах. Столбы придорожные будут мелькать, тенью чертя леса и поля. Пора возвращаться. Утро раннее, город знакомый, знакома река. Покину вагон, на перроне встану. Никто не встретит и никогда. Это написано в Мюнхене в 1945 году, вот как раз после освобождения из Дахау. Освенцимская дорога. Освенцимская дорога. Я восстану из пепла, восстану из праха, пройду сквозь огонь, стократную смерть. Я вскакиваю ночью, но не кричу от страха. Останки в темноте, ночь в глазницах, медленно пойду дорогой обратной. Пройду сквозь огонь, пройду по шоссе в квадрат, замкнутый колючей проволокой, в деревянных башмаках, отнюдь не босой. Смерть безобразна,
но она не с косой. Темная улица, город в тревожном сне. Не стой пред окном, тебя мне не хватает. Я на короткое время тут останусь. Освенцевский труп со сломанным ребром, который не сумел выпросить бой, пришел в сумерки, уйду в рани. И там, где сердце, руки скелета указывают рану пальцем крючковатым, а когда подойду к дневному свету, туда, где огня ничего уже нет, не говори, что страшный, скажи, проклятый. Военная почта. Из 20 боев один лист, из 3 дивизий две депеши. От полевой почты остался свист, тот, что в мое сердце спешит. Из степей, городов, сел и станиц, через все ночи и через дни, но не убивает, только ранит и болит, и в глубине сердца торчит. Из громадных армий несколько слов, цепко схваченных эфиром, равнинами тел, полчищами голов, страшной тишиной они меня мерят. Тем зданием, что сломано, зарастает, искорежено, спутано узлом и уложено мертвым надол, те слова не произносятся громко и долго. Прошу прощения. Из берегов рек, морских глубин, со склонов гор, темных ущелий, тысячи стволов наметили цели для сел, для столиц, для обжитых равнин, где ждут солдата, может быть, мать и жена, и сын. А может, боюсь я думать, что эти беды с восторгом встречали кто-то из граждан в той же Варшаве. В развалинах, в каменных грудах безмолвная трагическая весть, что лишь по мостовой можно донесть потомкам под градом пуль и рев орудий. А кто там ждет? Кто надеется там на письмо, открытку, весть, телеграмм? Туда, пожалуй, я спешу один через все ночи и через дни. Но я обязан идти, поспешать туда, где ждет меня мать, чтобы рот моей дочки прикрыть, положив руку на него, как лист. И может не задушить ее газ, и она ничего не скажет, может забыть. Военная почта, ты ищешь нас, а нас уже нет в наших домах. И в обломках развалинах городов, и в реках, во рвах, в чуланах домов свою почту он пишет глубокой ночью буквами из ярких звездных точек. И уже не ищет, и только черных вихрей свист каплями дождя заполняет лист пустых широких мостовых. Вот, на мой взгляд, то, что Гитлер не доделал в Отечественную войну, то сейчас Россия творит в Украине с абсолютно такими же расовыми предрассудками, исходя, ну, такой русский расизм. У нее особый путь у России, особое величие. Россия – это победа. И вот сначала ультиматум миру, Европе, а теперь ультиматум Украине. И все у них там нацисты, бандеровцы, и этот русский шовинизм – это такой же нацизм.
точно так же 3,5 миллиона беженцев сейчас страдают, не могут найти приюта, разрушаются города, жилье, школы, гибнут люди. Нет слов. Стихи Станислава Выгодского просто живы, как никогда. Вот все, что я могу сказать. «Каменка» – так называется стихотворение. По-польски это звучит «Каменка». Это район города Бензин, в котором жила семья Выгодских, и в котором было размещено гетто с началом войны. Там еще сразу есть в стихотворении название улицы «Вильча». По-русски это звучит «Волчья». Это, но я не могу сказать точно, но это улица, на которой, предположительно, стоял дом Выгодских, так я думаю. «Встаньте, на места казни пойдите, в моем городе их много. Камни мостовых, плиты тротуаров поднимите и вглубь на землю взгляните, храбрецы! Откройте лицо той земли, как черные онемевшие птицы, сплетенные внутри комом, расползаются насекомые. Молчащие птицы, в черном рванье пиджака завернуто тело, а из рукава, как из отшибленного крыла, взывают затерявшиеся листья и жухлая трава. А гравий, обточенный течением реки, смешанный с песком и цементом, является свидетелем для моей строки.
подземным людским документом. Подземный, обычный для людей, из глубины ямы, перемешанной с грудой костей. Храбрецы, вы, которые видели хмурое небо, сонные нивы и огонь, который бушевал в городе, и людей, людей, шеренги людей, застывших над берегом, они жить хотели, а берег был без края, без предела. И прибыв в эту долину слез, знакомой дороги и дорогой и по бездорожью, мой взгляд зацепился за пустой дом и пронзил ножом смертельной дрожью. О, пройдя сквозь ужас, избежав небытия, я омертвел. Страшная тишина, как тогда, когда вышла со своей мамой моя дочка, укутанная шалью. И когда слышу шагов хруст, то только мои, и ничто не нарушает небытия, которое всплывает что день и тень глубокую в поля бросает, неподвижную, как деревья в август, как лес, что в январе обледенел. И небо застряло над моим домом вечерним, и не слышно колокола звонов. О, пройдя мертвым домом, могилами и мостовой, болотами, узкими тропами, где память живых идет с тобой и идет без взгляда назад, и когда смиряется и падает, то только я, а они молчат. И только я слышу глубины голоса, когда прохожу снова волчьей. Тяжело, трудно, слишком трудно идти в одиночестве над скопищем трупов, тогда, когда с тишиной ко мне все покрывающая кладбищенская зелень тянется из земли к вышине, из гравия, пиджаков, рукавов, ростки чарующе пахнущей травы, зеленый призрак моих улиц, дворов. Там мертвые птицы моего сердца стерегут доступ к порогам, в дом, в который мне не вернуться, в дом жизни, а не смертной тревоги. И эта боль постоянно сильна, ее ощущаешь сердцем, кожей, надеяться на краткость тщета, забыть ее невозможно. Я вообще думаю, что это стихотворение о людском равнодушии. Вот точно так сейчас на Украине стирают в пепел все и под завалами трупы, и все молчат или смотрят со стороны, а потом будут рассуждать. Следующее стихотворение «Шаль». Песнь мстит мое сердце раня, как птиц или зверей стая. Знает она мои боли, страдания, дитя мое малое, мама седая. А скорбь то затихнет, то разрывает, как ветер, шумящий в порывах. И когда завихрения спадают, и мрак сгущается в кронах, бывает, я на мгновение выпадаю, отравленный ночью и ее воем. Но она целит в меня ударом, как будто тишина гремит громом. И когда падаю в бездну ночи, летит ко мне бесшумно звезда, мерцая светом трепетной свечи, сверкая брошью на черных шалях. В тех шалях идут моя дочка и мама, минуя сосны и тополя, вошли в ворота, уже во дворе, вот руки сложили на общем столе. Длинна дорога, шли перевалами, ущельями, лесом, оврагами, разбитую обувь шнуром подвязав, никто не помог, посадив на ваза. Шли ночами, а время мглистое,
Там забытый столб в туманном дыме, в горах луна торчит исполином, дирижер ночи и пианист. А с рассветом пред ними выплывает дорога с рядами колебленных сосен, далекое поле с седым колосьем и небо, в котором буря созревает, распростертое, открытое, без края. И первые холодные капли дождя сумрак сорвали с гибких ветвей и темь ночи с лесов и полей. Все ушли, ушел уже и пианист. Наступил день, громадная глыба, ушло мое забытье мглистое. Одерну руки мои от лба, как ночь, когда свертывает черные шали над лесом, полем и над рекой, и меня оставляет так далеко, а маму и дочку неизмеримо дальше. Имена зловещие. Не с цифры, не с числа и не со знака, а с муки сердца и крови, не от полета птичьей стаи, от моих криков и руки. Встань, имя, будь меж нами, живи средь нас. Как долго ты, окутанная газом, в безумном облаке будешь летать? На время храниться будешь не в темной мистической кабале, а в сердце тебя спать уложу, хоть больно будет, но я не сожгу. В платье рваном, окровавленном возьму с собой и понесу измученное, задушенное, немое имя, пока другие руки не заберут. Встань, имя, я отцом тебе стал, Рахиль, Суламиф, Ребекка. Далекие, не кричите, прекрати, далекие, не кричите, подожди. Есть час воспоминаний, пусть длится теперь. Есть час воскрешения, поэтому восстань из гетто, восстаний, лагерей, к моему сердцу, если не ко всему свету. Я отцом тебе был, поэтому пишу, могилой и тишиной тебе служу. Я гробом тебе надолго ли стал? Эстер, Ируф, Мириам, отцом для Малки и Ханы, и гробом, газом и пулями, как из Чернолесья для Яна. Ты – это я, Сара Урсула. И вернутся, и станут плотью имена зловещие, страшные, как вскрик после пули погасшие, когда рассвет над городом отразит лик, что страшен предвидением, что придут и заберут, потом небытие, а потом так тихо в подворье, а в домах так тихо в вечерье. И теперь пришел, но молчи, я здесь, вернулся, не проходи. Ты сердцу оставлено моему, зловещее ничье имя. Далекие, не кричите, не трожь, далекие оно жжет, оно как имя сына, которого мама до смерти ждет. Я возвращаюсь непрерывно снова, чтобы сохранить себе и миру зловещие имена, как слово «не Иордан, Ефрат, Тибр», но те, что журчат во мне и дорогой, и полем, и улицей, именем моей дочки над пшемшей и мамы над темной пилицей. Это час воскрешения моего, не мстить пришел, не судить, сохранить вас должен от злого, заботиться о мертвых, что ни случись. Когда придет час забытия, и пора ночи, и тишины, далекие, останьтесь в тиши, далекие, я вас услышу.
останьтесь в пепле хрустящем, закрытые в гаснущих знаках, взрастете во мне вы несчастьем Абрама, Якова, Исаака. Жестоко, жестоко пророчишь, час воскрешения, но еще темно, не гасни огненный шиповник, и ты, рябина, надо мной. Останься имя ничье, живи зловещее слово, и те далекие не проходи рекой, ни пущей еловой, ни с рассветом, ни в час ночной, ни полем, ни тропой лесной. Вы для меня побратимы, я вам тоже родной. Далекие напрасно кричу, далекие напрасно обнимаю. Кровь течет со лба мамы, отравленную дочь сжимает руками, и пуля сразила Адама, зловещее имя стало. Пишу это в ночь ноября, один, никого вокруг меня. Государственной идеологией фашистской Германии был антисемитизм. Евреи считались зловещей нацией, несущей беды, несчастья человечеству, и должны были быть уничтожены. Высшей расой человечества считались немцы. За время Второй мировой войны 1939-1945 годы европейское еврейство было практически уничтожено. Поэт Ян Кохановский, 1530-1584 год, из населенного пункта Чернолесье, близ Люблина, написал потрясающий цикл траурных стихов после смерти своей маленькой дочки Урсулы. И вот эти строчки там, Ян из Чернолесья, а Сара Урсула, это вот как раз он цитирует Яна Кохановского. Пшемша и Пилица – это притоки Вислы в районе Верховья Вислы, как раз вот в районе этих Бенцина, в районе Силезии. В стихотворении есть также ссылки на великих польских поэтов XIX века Юлиуша Словацкого, его мамы Соломеи и Адама Мицкевича. В переводе я их имена не называю, но в тексте звучат такие фразы из этого. Вот все об этом стихотворении. Дальше. Через собственную боль и собственную муку былинкой стих мой прорастает, и как на пепел тлеющих предместий на сердце руку возлагает, но не боится, не идет назад, а стойко и упорно до конца медлительная хворая строфа. В ней моя дочка, моя мама. И руку кладу дрожащую на все города и предместья, где в мраке мои два десятка бедствий пламенем ночи мучат меня, но не отступаю, то через меня ночь проходит и проникает, как штык, пронзающий врага. О, плащ окровавленный, снимите с меня. И я не стою здесь, как пилигрим. У него есть время для отдыха, когда рядом дорога, и он один стряхивает пыль со рваных мокасин и глядит на пылающий закат, откуда ночь несет тишину и прохладу, и смотрит на серую спящую воду и склоненную над ней березу. И не прихожу проповедником света, в сердце сочится яд и полынь, я ношу в нем горсть пепла, пеплу не скажешь, растворись, сгинь.
ибо из пепла никто не воскреснет, ни избавитель, судья, ни палач и ни мститель. Молча иду под покровом теней среди посторонних, далеких людей, и обращенный к той стороне, откуда нет возврата, я растворяюсь в двух десятках битв и крахов. Далекие глаза, уста, ладони, все, с чем жил, надо вынести, вынести из последних сил и запомнить это множество, огромность и собственный край, и дом, и погромы, и собственную дочь, и мою маму. Я хотел бы пояснить, что вот два десятка бедствий и в двух десятках битв и крахов речь идет о тех 20 прямых родственников его, которые погибли в гетто, которых я в предыдущих стихотворениях называл фамилии их. И я должен сказать, что это и мои прямые родственники, и я разделяю это горе. Вероятно, заметил мой друг, что не написал я слово «кровь», что не написал ничего о трупах. Постоянно говорил о ночи только, о ночах многих, одинаково глубоких. Вероятно, ты заметил, приятель, что очень много говорю о тишине, что очень часто о молчании пишу, потому что они всегда во мне, потому что они не трупы засохшие. Каждый есть во мне, как странник уставший после трудной дороги в тени, постепенно набирается сил. И ты, наверное, заметил, что не могу кричать, что не сумею говорить громко, и поймешь, почему так много раз пред ними тихо склоняюсь. Позволь им пройти до конца в обличии моего существа, в котором живут их лица, их сердца, наши дети, наш отец, наша мама. И если меня чуть внимательнее читал, то, несомненно, мои мысли понимал. Ночь медленно днем заменяется, день непременно в ночь возвращается. Свободных людей ждет огромный труд, чтобы строить, возделывать землю и сердца, возводить аэродромы из камня и стекла, мир установить, радость закрепить так прочно, как сжат умерший прах, проникший в глубину почвы, в поле, шумящее золотым колосом, в лежащие в лесах листья в слои, в поры шершавых пашень, песков, земли, там, где была смерть, боль, крик, чтобы выросла вместе с моим голосом новая жизнь. А над теми, что были в ночи, твоей и моей, головы склоним и помолчим. Чтение руин. Не признак вернулся, живой человек на обломках стоит среди стен, и, касаясь руин, касаясь ран, хотел бы сказать, но не говорит, нем, молчит, и необходимо взор повернуть в пространство нагромождений, перекрытий, подвалов, скрученных опор, и только тогда начать движение. И пойдем вместе, молча, в тиши, в провалы подвалов, зайдем вглубь, где еще и сейчас нам с тобой слышны рвущиеся серии первых бомб. И сейчас будет не слишком рано, как и сейчас была пора моего запоздалого сентября. Это слышалось раз за разом и повторялось шестикратно.
А ты боишься, вижу, страшно. Послушай, слышишь еще стон? Наши тени на минуту всплыли и легли, рухнули немыми. Две тени в один крест на место, где лежит неизвестной матери прах. Мы стоим здесь, не слышен наш плач, и молчим. А незнакомый город, лежащий в развалинах, существовал годы и как бы положил собственную маму под землю, благоухающую травами. В этом городе вместе вспомним, что когда-то был огромный период, когда человек вместе с городом жил, теперь памятник вместе с руинами. И пойдешь дальше, мертвый человек в мертвом движении застыл, и хотел бы говорить, но не скажет, к окнам стремится, к двери. 6 лет он повторяет движение, убежать, умчаться, отпрыгнуть, уйти. Он один, мертвый из нас двоих, слышит еще приговор, умри. И он поглядывает, серая пыль на ресницах спадает и нарастает. 6 лет подавленные всхлипы бродят среди развалин и разделенно, и растерянно возвращаются в тот проход, где дождь льет и падает снег, что с небом, как белый шов, эти руины, которые читаешь, связал. И если пойти нам вместе дальше, разделяя чувства поэта, его муки, на каждом шаге под стены павшие нас остановят и опалят глаза жутью, и останемся уже навеки к стенам прижатые в том проходе, по колени в воде и холоде, и щебень засыпет нам веки. И так мы пройдем через тысячи мест, как крот рыть, разрывать узкий выход в небо со звездами. Долго ли сможешь за мной поспевать? Долго ли силой тратить сможешь, идя через подвалы, обломки, грязь? Я знаю, что останусь один, как сейчас, когда пишу в ночи. И пойду дальше, и не помня твою забывчивость, боязнь, и не таясь, войду в студенные каньоны, в мир погребенных, мир огромный, земной читать мой город. Тысячи моих мертвых городов, среди руин, среди сорняков, далеко от неба, далеко от звезд. Вот сейчас с Мариуполем это творят. Нет слов, горе, горе. Сейчас я чуть отдохну. Молитва. Мать тревоги, которая живет в Равенсбрюке, в Дахау, в Освенциме, в Ораниенбурге, в безжизненных лесах и сломанных кустах, в тишине, что залегла при задавленных криках, в тине прудов малярийных, мать тревоги, чье имя, как у наших детей, а наши дети на кострах горят и тлеют. И какая-нибудь из матерей, Ханы, Катюши, Марии, не оставляй нас, зовет тебя. Ибо вот наступил для твоего сына последний час, когда молил, не оставляй нас. Мать муки, что была везде, где страдал человек, под Кутно, Арасом, Аахеном, под Бобруйском, шла через Европу с войной 6 лет, была с теми, что нашли родину, дом и семью в придорожном рву, с теми, что шли на павяк,
с теми, что шли по Шуха, с теми, что только дошли до стен близких Руи-де-Форт, плацу Вальнощи и нашей Шлишки. И залпы были треском сухим, горячим, кружащим. Мать муки, земная, небесная, подводная, знойная, арктическая, болотистая и холодная, не покидай нас, ибо наступил для твоего сына последний час, когда умолял, не покидай нас, не оставляй нас одних днями и ночами, чтобы мы не были в тревоге и одиночестве, и не были в страшном отчаянии, тревожном одиночестве и безысходностью пред палачами. Останься, чтобы те, кто видит сны и живут с нами, могли видеть мать свою земную живой, отца своего, как сын блудный, вернувшийся домой, детей своих, которые давно не живут, так, как будто они нигде, ни у кого не в плену. Не оставляй одними тех, которые уже не видят сны, в тревоге, отчаянии и муке. Дотронься к ним рукой, не обойди их стороной, касанием согрей сердца и души. Выразить слова благодарности российским солдатам и офицерам, воинам России за тот героизм, мужество, которое они проявляют в деле служения нашему Отечеству. Здесь есть отсылка к Евангелию от Матфея, глава 25, стихи 36-45. Я там помечаю это место. Дальше Кутно, город в центральной Польше, Арас, город на севере Франции, Аахен, самый западный город Германии, Бобруйск, город Белоруссии. Павиак, ну, в переводе павлин, город в Польше, Люблинское воеводство, к югу-востоку от Варшавы. Туда шли беженцы, шли как раз по улице Шуха, я там ее... Это в центре Варшавы практически, аллея Яна Христиана Шуха, улица, ведущая в сторону Люблина. Руи-де-Фабур, улица в Париже, пляц Вольнощи, площадь Свободы в Варшаве, Шлиска, скользкая улица, очевидно, в бензине. Ну и еще есть отсылка к Евангелию от Луки, глава 15, стихи 11-12. Ну что еще? Ян Христиан Шуха. Это польский просветитель, 16 век, профессор философии там, и теологии в Краковском университете. Там шестикратная бомбежка в предыдущем стихотворении, это тоже имеется в виду. 6 лет войны Польша, все 6 лет было с 39 по 45. Мне хватит вещи старой, какого-то потертого солдатского плаща, когда я, опираясь на посох, палку, буду по дороге бодро шагать. Мне хватит какой-то обувки с дыркой, латкой, кривым каблуком. Я в ней, наверное, птиц сполошу, когда рощей или лесом пойду. Мне хватит избушки малой, обычной, побеленной, с одним окном, чтобы видел яблоню, что дрожала, когда мок каштан под дождем. Мне хватит одного деревца, оно о прошлом сворожит сердцу, весной журчащим зеленым ручьем,
осенью желтых листьев ковром. Мне хватит, когда с тракта дети увидят, ступив на стерню, что тяжко пыхтящий трактор черную в поле провел борозду. Солнечные часы. Из всех часов минувшего на башнях церковных, башнях ратушных волнует больше всех воздушные звезды зодиака небес. На светлой стене моего дома гордо, круто, под самым куполом, среди цифр и знаков торчит болванка, в средину вбита, затеняя солнце, угрожая громом. А солнце страствует вольно, минуя все и кружа, и тех, кто идет к цели, и тех, кто блуждает, как я, в полудне дорогой в поле. Вбитую болванку оно задевает тенью заметной едва, пред рыбами, но рядом под раком, и время указывает, измеряя для леса, для утра раннего, для цветка, пчелы и девочки, и для солдата раненого. И истекает тени круженья с днем, а ночь есть безвременье, залегшая, тихая, без маятника, с месяцем ясным, диском с отражением. Я остался и стою в тьме странником, и выше, круто под куполом, где мрак разбавлен сиянием синим, лев поднял над девой лапу, как тень, что накрыло время молчанием. Рыбы, рак, лев, дева, созвездие зодиака. Ночи. Теплое зверье прыгает в ночь, как в воду, слушать отлив и прилив поднимающейся тьмы. Деревья скрипят, листья шумят прибоем волны. Безбрежные ночи плывут, унося зверье, сытое, округлое, скользкое, в медленное забытье. Когда уходит тьма без звезд, на вершинах дерев торчат остовы гнезд. К будущему. Я не возьму лица известные и лица в зеркале зримые. Я девочке лицо возьму милое из бжезинки, из места сожженного. Живьем сожженных возьму муки, скрытно задушенных газом пенье, тех, что кричали «Мы удобренье к севу», тех, что жали мне руки. А сердце живет, с прахом живет евреев, поляков, русских и греков, чтобы будущее услышало вопль моего кровавого века. Бжезинка-Биркенау – это место, где крематория, печи, рядом со Освенцимом. Профиль. Что в таком веке жил, в такие времена, некого благодарить, никому не признателен. Я бетон носил, бревна по лесам, я с трудом дышу, легкие утрачены. Я близких потерял и себя травил, и рукой убийцы написаны строфы. Но из стихов и боли, и того, что пережил, вырастает больше, чем мой профиль. Книга дня и ночи. Пишу книгу своего дня, пишу упрямо, терпеливо. Мысль плывет, как с елового пня кора спадает в игливо.
Тяжко бывало, болен был, злой, рука не тянулась к ручке. То дождь зарядит с туманной мглой, уйти не торопятся тучи. Немного записано мною страниц, хотя писал ночами и днями. Шумят мне уж тихо, что скоро конец, деревья, что плачут над нами. К чему то упорство, к чему этот труд? Кому это нужно? Кто этого хочет? Под утро дорогу покроет лед, след уходящей ночи. Но теми ночами с листком дневника я насыщаюсь, как хлебом. К земле прикасается молча рука, глаза устремляются в небо. Над фотографией дочки. Смотрю на тебя, и слезы льются, как никогда прежде. Ты идешь через мои сны в белой одежде. Смотрю на тебя, и улыбка на лице, как никогда прежде. Ты идешь среди пыли, голубка, оставаясь собой, как надежда. Белые одежды вьются на тебе, как сон, клубы пыли. И ты, сожженная, поешь мне, напрягая жилы. Не пой, прошу тебя, брось песни, в тиши побудь. Или хочешь, чтобы снова яд, и все забыл, и снова жуть? О маме. Моя мама не имела седых волос. Моя мама не имела морщин на лбу. Воз груженный отвез ее прочь во тьму, в сумраке зажглись огни папирос. Руки мамы были в пыли, висок с синим пятном и в крови. Прошел один час едва ли, когда она вместе с отцом стояла. Пока не сгорит рассвет до дневного шума, пока не сложу строку из траурных букв, склоненная, она бредет освенцимским лугом по горсткам пахучей травы без звуков. Если в Бжезинке зеленое поле, там, где был пепел в кабаньем загоне, хотел бы упасть и сложить безмолвно в липкой траве свои ладони. Если в Бжезинке кусты зелены, где пепел лежал черным полем, хотел бы свалиться в их шумы, чтоб листья засыпали долю. Если в Бжезинке остался пепел, там, где огонь был и кровь и смерть, тем пеплом меня пусть засыпят горьким, как слезы, и темным, как гнев. Путешествие. Хотел попрощаться, но не смог. Мой транспорт – темный вагон. Далекий вокзал, но близкий рельс, а под ногой – известковый пол. И я на коленях, стоя на нем, в круг маленькой девочки ладони сплел. Хотел бы забыть, но, возвращаясь в движение, в каждом вагоне сплю на полу. Еду бездомный в поездку бездомную. Гудки паровозов, их притяжение, известь, мамы лицо, девочка спит. Будет спокоен тот, кто все помнит. Ноябрь. Что за ночью? Что за сном и за молчанием? Листья мертвые летят днем, теней колебания. Что мне слушать, когда придет тень? То же самое. Отец проходит мимо меня тенью. Снова кричу «мама». Потом идет самый младший брат. Почему не смотришь? Кто ты мертвый? Кто твой след убрал? Духи и тени, чья тень скелет в груди пепла? Дочка, не минуй, идет силуэт с веселой песней.
Ужель всегда листья и пыль всегда на единственном следе? Пепел на окнах, листья за дверью в ночь ноября. Два отчаяния в одном сердце. В одном сердце два десятка крахов. Хожу по незнакомому поселению, в котором никогда не буду плакать. Но я хожу там осторожно, медленно, как будто тревожу людей, прощенных давно, прощением, от которого мне больно. Миную деревья, что видно вдали, дома, холмы, как в возрасте, когда уже поздно в парке ходить, но рано еще в больнице. Может быть, в поле остаться, птиц посчитать, но птицы без страха летают там стаями, каркают, пророчат мне крахи. Вот здесь два десятка крахов. Это еще раз повторение того, что 20 родственников ближайших он потерял в войну в лагерях в Освенциме. Ночью. На столе бледная лампочка, листы бумаги, книжки, чашка, очки, карандаши, крылья, опалившая бабочка. И на границу света и тьмы, белых листов, книжек, мотылька, усталые руки кладу в оттенок ночной тишины. И когда медленно перекладываю лист, оттенок вращаю ночи и небо. Великое молчание, живущее во мне болью, то, что мне нужно, то моя жизнь. Над Грифиусом. Андреас Грифиус, 1616-1664 годы, выдающийся немецкий поэт и драматург, запечатлевший трагическое ощущение эпохи Тридцатилетней войны. Над Грифиусом сижу, молчу, читая, страницу за страницей листая, ночью дрожащая рука случайно на обложку пауком опустилась устало. Еще раз мне сдавить огонь, гнев, войну, задушить голод, болезни, сокрушить тот дух, что 300 лет спустя снова пожаром взорван, в ночах неспокойных, в ратушах, домах, костелах, и задержать поток темный, что клокочет, поток крови, что окрашивает дни и ночи, неизмеримый напор страдания, боли, муки. Что говорю? Остановить? Как остановить могу голод, мор, страх, пожары, муки, войну ночными мыслями, дрожащей руки тенью? Две вербы. Говорят мне, снова ты болен, успокойся, оставайся в кровати. За окном бледнеет небо, над стеной леса лучи заката. Говорят мне, запасись терпением, не спеши, скоро будешь здоров. А там бронзовые сосны, темные ели, река, камыш, зеленый клен. Говорят мне, нужно остаться, будь осторожен, вернется боль. Как остаться? Две вербы за окном открывают свои объятия. Окно. В каком-то доме окно, а за ним занавеска трепещет рваная, и тень на противоположной стене, и мертвая тишина постоянная. Тень трясется, как занавеска, рваная ветром в предрассветье мглистом, и ждет в тиши аж до рассвета моих ненаписанных писем. Ничьи ладони, ничьи уста, занавеску порвала вражья рука. Пустой дом, мертвая тишина, и вокруг пустота.
девушка. Светлые волосы под ветром ленты, стройные ноги на тропке ленте. Курю дешевые папиросы, необычно веселый и бедный. Той девушке песни не пропусти, ее глаза, уста, ладони и единение, что было тем вечером, что к нам был склонен. И все улетело – лента, ветер, тропинка, взгляды, ночью сжатой, как книга футляром. Все улетело далью, молчанием. Дорога. Долгая дорога к дому, далеко-далеко мой дом. Никому об этом не скажешь, ночью только в снах увидишь. Долгая дорога длинная, от Мюнхена через Аугсбург, по кривой, по рельсам и мостам, по мостовой, левой, левой, левой. Долгая дорога и трудная, через вихри, морозы и снег, а в конце улица безлюдная, ты на ней, как чужой след. Я там не встречу души живой, досками двери забиты накрест, и пойду, как когда-то окрест, левой, левой, левой. Разговор с Юлианом Пшибашем. Говоришь, Юлиан, моя дочка, дочурка Вики, другие дети. Прислушиваясь, в глубине двора спят авто, жара. Ни один голос ко мне не долетит, ни с крупицы, ни с улиц других. Слушаю, молчу, как тебе сказать, перестань. Утром будешь в Кракове, в открытом окне каштан повеял запахом маленькой девочки и ее сестре. Из листвы апреля не стремится ко мне доченька моя четырехлетняя. В знойный полдень пойдешь по аллее, в сонной, жаркой Макотовской. Идешь к дочкам, я иду с ней, с моей сожженной дочкой и болью. Поэтому молчу, ибо что расскажешь детям в Кракове о дочке моей? Юлиан Пшибас, 1901-1970 год, поэт и публицист, переводчик, соучредитель литературного движения «Краковский авангард», ну, хороший знакомый Выгодского. Казимиш Вика, 1910-1975 год, литературный критик, профессор Краковского университета, тоже знакомый. Крупица, аллея, Макотовское название улиц. Диалектика истории. Пусть те истории не пишут без моей о том, что было, и, может, меня кто-то вспомнит, чтоб знали обо мне потомки, какое я нес бремя страданий, боли. Я им напомню и войну, и мор. Пусть помнят, что я был свидетель того, когда сжигали дом, сжигали вместе с человеком. Пусть не забывают, и если память все то сохранит, что жизнь подарит, хочу, чтобы вспомнили мой маленький фонарик, что первым я зажег и первым камнем нес, и с первым камнем нес. Того мне хватит, пусть идут упорно, я им напомню свет, а в тех домах, которые пусты и некому заночевать, о них я буду горевать. Вот, собственно, на этом заканчивается первая часть этого дневника любви. У меня есть в качестве эпилога три стихотворения, которые я написал сам, и я хочу их прочитать. Первое. Песня узников. «Мы умерли, и здесь нас погреби.
Это эпиграф Эрих Кёстнер, стихотворение «Голоса из братской могилы». Песня узников. «Ветер, ветер, даль не светла, и отчаяние в груди. Мы несем свои скелеты от барака до печи, в грязно-серое одеты. Может, люди, может, псы гонят нас без суеты. Серый пепел и конец пути. Ветер, ветер, ты до дома донеси. Мы боролись, как могли, погибаем, но людьми. И когда начнут свисти ярким заревом черешни, мир воскреснет для других. Серый пепел и конец пути». Песня потомков. Охватят чувства нас одни и те же, и слезы, и слез ни ты, ни я скрывать не станем. Эрих Кёстнер, «Письмо моему сыну». Песня потомков. Любимые, когда цветет черешня, вы с нами вместе, и зеленое вино всегда немного солоно, в нем слезы наши, мы помним вас, безвинно павших. Любимые, мы видим ваши лица и почерневшие глазницы, и руки, что висят вдоль тела, мы помним вас, мы помним поименно. Любимые, мы слышим вашу песню, вы в памяти святое место до той поры, пока мы все воскреснем. И еще одно стихотворение я написал в памяти Станислава Выгодского, польского поэта и писателя, и моего родного дяди. Называется оно «Носильщик памяти», потому что у Выгодского есть такое стихотворение «Трагар споменти», «Носильщик памяти». В нем есть строчки, я перевел. «Что есть память? Ни история, ни поэзия, есть присутствие и отчаяние». Вот это эпиграф. Вот памяти Выгодского. «Поэт живет в сосуде, наполненном отчаянием и болью. Так кто его осудит за то, что строки горя, за то, что в безысходности нет места для надежды? И память не способна сказать, то было прежде. Просты слова поэта: прах, урна, тучи, ночь, чернь дерева, локомотив и гетто, отец и мать, жена и дочь, и братья, люди, старики и дети, гудок издали, ветер, пепел, и день недобрый, и недобра ночь, и снова мать, жена и дочь, и памяти его не превозмочь, тот круг из труб печных и караульных вышек, хоть внешне он из круга вышел. Он пережил весь ужас мира, но только телом. Память же его все смотрит в черное окно. Она присутствием застыла в тех жутких временах, в которых неизменны печные трубы, пепел, прах. Поэт, ты сделал свое дело, ты принцу датскому сродни. Твое свидетельство не улетело, оно как клятва на крови. И твоей памяти отчаяние урок нам завтра, чтоб не выть и не идти всем на заклание. Бороться надо, чтобы жить». Ну, я несколько ранее говорил о Станиславе Выгодском. Я не знаю, стоит ли повторяться. Он прошел все гетто, начиная от Бензина, своего родного города, потом Освенцим, в конце концов Дахау. Там его освободили в 1945 году, уже летом. Ну, не летом, а в мае, но он был там до осени, он был болен. Американцы освободили. Известный польский поэт,
писатель. Литературную деятельность начал в 1928 году, 1928 году. Кстати, первый сборник стихов вышел в 1933 году в Москве. Но я обыскал все, сейчас не помню название, но обыскал все в Москве, спрашивал по архивам, нигде не мог найти. Был написан в Польше роман «Задержан для выяснения», но он был конфискован сразу же и не издавался, потому что после войны в Польше, как мы знаем, был антисемитизм такой. Поэтому он написан в 1958 году, но конфискован. Вышел в Израиле на иврите в 1967 году. И в том же году, в 1968, Станислав Выгодский с семьей эмигрировал в Израиль. Ну, умер в Тель-Авиве. Ну, все это я сказал в 92-м году. Все у меня.